Это бренд хозяйства. Вы сами видите, здесь даже памятник установлен картофель. Народный вкус. СПК «Гигант» – давнишний амбассадор второго хлеба. Работники трудятся неустанно. Обеспечить население свежим вкусным картофелем – задача номер один. В этом году на продовольственные нужды заготовлено 7200 тонн. Результат впечатляющий. В этом году сорт картофеля в первую очередь мы продавали Королеву Анну. Уже практически все уже продали. И сейчас на данный момент у нас картофель бриз. Сорта отличаются только формой. То есть Королева она немножко такая продолговатая, более идеальной формы. А бриз вот он сам по себе более такой овальный, кругловатый. Кропотливая работа. На линии упаковки трудятся в среднем 8 человек. Следят за качеством продукта, тщательно отбирают корнеплоды. Пакуют в упругие сетки, которые отправляются как на внутренний, так и на внешний рынок. Белорусский картофель за границей любят и ждут. На данный момент покупателей много. Как говорится, работаем на разрыв. Стараемся всем угодить, то есть и сейчас в основном на Россию берут, на Молдову было несколько машин. Под контролем большое хранилище – гарант сохранности урожая. В помещении спецусловия, комфортная температура, влажность, чтобы картофель как можно дольше сохранял вкусовые качества и отличный внешний вид перед тем, как попасть в руки потребителя. Это хранилище вмещает 20 тысяч тонн отборного картофеля, 15 продовольственного, 5 семенного. Хватит и страну накормить, и реализовать на внешнем рынке. Бешеный спрос. Приобрести сезонную красавицу можно и в фирменном магазине. Картошка наша пользуется спросом. К нам приезжают соседних областей даже за картошкой. Сегодня он с Калинковического района приедут. Мы сами едим свою картошку. Она очень вкусная. Приезжайте к нам за картошкой в СПК «Гигант». Дары осени. Закупиться картошкой хозяйства бобруйчанам не составит труда на ярмарке 26-27 октября и 2-3 ноября по адресу Максима Горького вдоль 41-го дома. Отменный вкус и аппетитный вид. Устоять невозможно, не купить нереально. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360.